За год по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства Одинцовский округ поднялся в Московской области с 21 на 3 место. Число МСП увеличилось почти до 25 тысяч, и это несмотря на пандемию коронавируса. Согласно налоговой базе и статистике, у нас есть прирост. Практически 2000 новых предпринимателей были зарегистрированы на территории Одинцовского городского округа. И самозанятых было зарегистрировано более чем в 2 раза. Тем самым показывает то, что наш округ интересен для ведения бизнеса и распространения здесь размещения своих производств, своих предприятий на нашей территории. По рейтингу предпринимательского климата муниципалитет вышел на 1 место в регионе. 12 субъектов малого и среднего предпринимательства в ушедшем году получили 20 миллионов рублей на развитие бизнеса из муниципального бюджета. Кроме того, Одинцовский округ лидирует по количеству консультаций субъектам МСП, оказанных на платформе центра «Мой бизнес». Предприниматели смогли получить не только необходимую информацию, но и помощь в оформлении документов, содействие в подключении к инженерным сетям, подборе помещений и земельных участков для создания и развития своего дела. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».